Зима наступает. 17 ноября в Центральной России произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, сообщают синоптики. В пятницу наступит метеорологическая зима, а в ближайшие сутки на столичный регион обрушатся аномальные дожди. Похожий сценарий ждет и наш регион. Начало недели порадует относительно теплой погодой, но будет дождливым. Весь вторник будут идти дожди, а потому без зонтика из дома лучше не выходить. Осадки сохранятся до утра среды. В среднем столбики термометра покажут от плюс 5 до плюс 7 градусов, но температура с каждым днем будет понижаться. В середине недели дожди сменит снег и похолодает до 0 градусов. В четверг в городе будет пасмурно и без осадков. Влажность воздуха достигнет 90%. С пятницы по воскресенье нижегородцев ждут снегопады, и температура воздуха опустится до минус 7 градусов. Снег и небольшой мороз обязательно принесут с собой новогоднее настроение. Время достать пуховик наконец наступило. Снежные сугробы уже не за горами, ведь до Нового года осталось всего полтора месяца. А прогноз погоды для вас готовили Анна Пилипец, Евгений Шикарев и Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.